Как ты знаешь, массу хлопот доставляют нам вовсе не бомбы террористов, а петарды, которые подпольно производят китайцы и мексиканцы. Сегодня утром недалеко от центральной больницы Мехико опять взорвался склад дешевой пиротехники. Когда опрашивали свидетелей взрыва, все они почему-то вспоминали старинную русскую песню «Летят утки». Судя по всему, это было феерическое зрелище. Но мексиканское правительство, чье здание находится неподалеку, осталось им недовольно. Мы понимаем их обеспокоенность. Кому хочется попасть под атаку пикирующей утки, вылетающей из больницы? Нам не хочется. Поэтому мы с радостью восприняли известие о том, что мексиканские власти решили действовать. Они даже попытались закрыть один из наиболее крупных подпольных пиротехнических заводов, расположенный в здании бывшей тюрьмы. Доработники завода забаррикадировались в здании и принялись выдвигать требования правительству. Они угрожают устроить самый большой в мире салют, если им не разрешат продолжить работу, а также не устроят для них концерт группы «Смердящие». Власти уже договорились с ансамблем, который медленно и печально вылетел в сторону Мексики. Об этом уже сообщили рабочим пиротехникам, которые немного успокоились. В это время власти связались с нами и попросили урегулировать конфликт. Конечно, мы согласились, но у нас очень мало времени. Пиротехники горячие парни. Поэтому заварушка начнется, как только ты высадишься с вертолета. Возможно, некоторые из них даже попытаются взорвать суперхлопушку, когда поймут, что штурм начался. У нас нет возможности вызвать на место бригаду саперов. После введения в рацион мясного салата у нас с ними перебои. Так что тебе придется разряжать суперхлопушку самостоятельно. Иначе начнется такой фейерверк. Удачи тебе! Не дай бог тебе узнать пословицу саперов: одна нога здесь, другая там. Нормально. Чтобы найти и разрядить суперхлопушку, у тебя есть 5 минут. Не вопрос. 5 минут, нихуя себе, блядь. Сейчас я полный экран сделаю. Оставили охранять хлопушку какую-то команду самоубийц. Осталось 4 минуты. Ну, пока я летаю, это не считается, не должно считаться, блядь. Один хуй дамага нет. Лапушка. Я на месте. Я внутри здания. Осталось 3 минуты. Хватит возиться. Да я ебу, где твоя хлопушка, ебать. Долбоёб, ебать. Кладовки он одни только, нахуй. Ебать, нихуя себе, на заднолю. Так, я сейчас РС. Не, покосился, смотри, блядь. Я на месте. Хватит болтать. Я внутри здания. Чё?
сзади, блядь, заходят, ебать. Осталось 3 минуты. Хватит возиться. Да ну нахуй, не, блядь, не прёт, сука, ебать. Ладно, возобновлю. Так, блядь, уже 4-й раз или какой, я уже дислоцируюсь. Надо кончаться этой бодягой, блядь. Я внутри здания. Осталось 3 минуты. Хватит возиться. Да подожди ты, я не знаю, куда идти, нахуй. Лишь. Осталось 2 минуты. Да ну нахуй! Блять! Сучка ебаная, видал? Ой, блять, что-то я заебался умирать уже. На этот раз точно с этой бодягой надо заканчивать. Осталось 3 минуты. Хватит возиться. Ой, меня ранили. Конечно, ранит, блядь, толку от вас, нахуй. Сейчас опять, наверное, ёбнут по-любому, ебать. О! Осталось отлично. Все, миссия завершена, похуй, блядь. Ирис.